Замечательная игра. Соперник очень достойный. Действительно, один из самых тяжелых в нашей, говорится, группе. Они это и доказали, в принципе, по игре первой. Там они доминировали. Но во втором мы чуть собрались и включили скоростя, можно так сказать. Ну, достойные ребята, молодцы, конечно. Приятно с такими играми. Вроде бы так и не грубо, и ну, на грани. Молодцы, спасибо им. Спасибо, конечно, тоже команде хочу выразить. Молодцы, до победы убились. Ну так. Хочу поздравить ребят с Лагриза. Молодцы. 6-4 сегодня не с капканом. Да, к сожалению, не удалось приехать посмотреть, но мы за них держим кулачки, мы как обещали. Мы в тройке с ними будем. Если все хорошо. Коли брали тайм-аут за 2 хвилини до кінця, про що думали? Що треба дотискати? Ні, стояв вибір ризикувати, не ризикувати в плані виводу 5-го ігрочка. Вот. Ну, колективне рішення команди сказала мені ні. Лучше держать одно очко, чем ну, рисковать. Ну, тем более, действительно, ребята, соперники все с ударом могли бы наказать. Ну, решили держать уже на ничью, пытаться там еще атаковать, но ошибка вратаря решила исход этого матча. Думаю, вторая игра тоже будет не менее интересной. Так, ну, все-таки пощастило, чи, мабуть, зіграла 100% чисто... ваша явка? Ну, не знаю. На користь вам. Затрудняюсь сказать, честно. Mm-hmm. Ну, и кусочек, как говорится, фарта сегодня присутствовал. Ну, наверное, так.